Друзья, всем привет из торгового центра Мега. Здесь открылась просто огромная фамилия. Наверное, поделю видео на два выпуска: посуда и декор. И посмотрим, что здесь есть интересного с вами. Постеры. Смотрите, какой котейка. 89 рублей. Они тут разные, конечно, есть. Улитка, ленивец. Декоративные элементы на стену большие. Не знаю, где тут цену смотреть. Наверное, тут где-нибудь внизу. 879, если я не ошибаюсь. Рамки для фотографии. Перышки, смотрите, 679 рублей. Так, вот такая, например, за 549. Симпатичные рамочки, металлическая подставка. Так, цена сейчас, друзья, терпение, 679 золото. Птичка такая, можно прям так поставить, уже красиво. 329 рублей. Так, все аккуратненько одной рукой. Рамка, не пойму, то ли дерево, то ли пластик. Есть такие еще поменьше. Ладно, пойдемте дальше, то тут зависнем. Большое тут разнообразие, конечно, и ваз всяких, и кашпо для цветов. Лисичка хорошенькая. Так, стоит 779 рублей. Так, что тут еще? Народу, конечно, очень много. Тяжело снимать, потому что все время приходится всех пропускать. 439 рублей подсвечник. Стекло очень тонкое. Ну и вот тут... Так, зебра. Сколько она у нас? 1099. Даже вроде как и по скидке. Смешной слон. Почему-то в крапинку. Носороги есть. Вот здесь внизу ваза. Так, вот это сколько стоит? 1099. Такой я вроде уже видела в другой фамилии. Показывала. Вот это очень смешная. Краб. Все, не буду я вам переворачивать по ценам. Что товара, правда, много. А вот эта фигурка стоит 2200. Утки, если не ошибаюсь, 400, да, 439 рублей. Они интересные. У них голова вот здесь на резинку прикреплена. И хочется посмотреть слоника. А слон шикарный. Ну, тут голова, правда, только. Хотя выполнен, нет, не очень, не очень он выполнен. 2200. Неаккуратненько. Как будто бы его подклеивали, что ли, или просто так краска неаккуратно легла. Тут, правда, парад каких-то слонов. Смотрите, слонов очень много. 2799. Вот такой. Поменьше 1800. И вот это 2800. Море арома свечей всяких разных, каких только нет. Есть в стекле. Так, 779 рублей. А вот такие в керамике. 879. Большие в керамике. Так, такая стоит 1900. Причем они тут разные, поменьше, побольше. О, какой-то ребенок нашел себе развлечение. Так, давайте посмотрим еще здесь подсвечники, очень красивые, металлические. Если дотянусь по цене посмотреть, то покажу. Вот это прям на 3 свечи. И где я смотреть должна? Вот на эту точно цены нет.
нигде. А вот эти большие металлические 1900. Я надеюсь, вам тут видно. 2200 вот такой красивый. Так, вот это колба. Металлическая подставка 999. Ну, вот эти вообще красивые, очень тяжелые, стоит 879 рублей. Так, а вот такой интересный, здесь стеклянный подсвечник внутри, на ножках он хорошенький. Сколько по цене, я не вижу. Так, вот здесь, наверное, цена. Хочется посмотреть. 2500. Красивый. 2000. Деревянный. А вот эта керамика 779 рублей. Ну, с ним, конечно, аккуратненько надо. Бухнется и все. Тут корзинки. Плетеная корзина 1099. Качество хорошее. Не хлипенькое. Ну, а вот такая за 1350. Декоративное панно макраме стоит 1350. Есть еще вот такие с висюльками. Я думала, это какой-то столик. А это, оказывается, стул. 4200. А вот на такие цены нет. Здесь вот наверху скамья ручной работы. Индонезия, смотрите. Может, плохо видно вверху, но цена у нее 8500. Корзина за 2800. Такой интересный столик. Небольшой. А сюда можно что-нибудь поставить. Вот как бы цену найти. 3200 стоит. Тут, смотрю, самая интересная полочка с декором. Давайте смотреть, что здесь есть. Корзинки декоративные под какие-нибудь букетики или еще под что-нибудь. 549 рублей. Такая красота. Так, тут опять же слоники. Что-то я их боюсь брать вообще. Уж очень они какие-то неподъемные. 3300. Это металлические. Они металл какой-то. Ой, какая красивая фигурка. Вы посмотрите, какая прелесть. А? Так, сейчас будем смотреть, сколько она стоит. Ага. Нету цены. Ну, что такое? Такая классная. Она керамическая и выглядит, знаете, так громоздко, но она легкая. А тут какой-то йог сидит в позе лотоса. 1100 стоит он. Утки или гуси? Нет, это гуси, наверное. 1650. Боже, пока это все разглядишь. Кактусы 329. Утка белая 680 рублей. Голова у нее тоже, смотрите, на резиночке закреплена. Фигурки как будто бы оригами. Вот это журавлик называется. 1100. Лиса 549. Есть еще медведь. Какие-то смешные птички. 780 рублей. Женская фигурка. Красивая статуэтка, кстати. Сейчас
Посмотрим, сколько она стоит. 1099. Угу. Это тоже юг. $389. О, какая красота! Ой, друзья, смотрите. Это цельный кусок дерева. И внутри вот такой перламутровый узор. Может быть, даже, знаете, из ракушек сделан, не знаю. Очень красивая. Боюсь смотреть цену. 2200. Ну, это просто шикарная. Тоже ручная работа. Ой, обожаю такие вещи. Знаете, у них такая энергия прям теплая. 949 рублей. Вот такой деревянный поднос. Чем-то все обработано. Все гладкое. Так, это наборчиком, что ли, продается? Деревянный поднос. Сет из 4. Да. 1450. Маракасы. Если я правильно их называю. А то у меня тут же умники сбегутся со всех концов света. Поправляющие. Все и вся. 1550. Такое блюдо. Так, такое 679. Ой, эти божечки мои. Под орешки прям просится такое сердечко. 439 рублей. Огромные подносы. Тоже дерево окрашенное. 439. Хороший большой поднос. Есть еще прямоугольные. Ух ты! Красота! Ручки. Так, а где цена? Кто уже посмел цену? Так, 779. Увидела. Она, оказывается, в уголке прям совсем маленькая. Это, наверное, какие-то, не знаю, шкатулка что-то такая оригинальная. Да, шкатулка, манговое дерево. Индия производства. Ну, понятно, мне нужно переворачивать. Получается, 2000. Такая красота. Ручка металлическая вот эта. Есть еще с птичкой. Ой, ну это вообще, вот этот материал, я не пойму, что это такое. Боже, это, наверное, какой-то мрамор или что. Неподъемный просто. Ну, нам-то надо цену посмотреть. Давайте глянем. 2800. Хотелось бы, чтобы писали состав. Потому что крышка, друзья, это просто тяжеленная. Пользоваться ней не так уж и удобно будет. И вот опять же, из этой же серии подложка. Точно такой же материал. Это, наверное, что-то под украшение или для чего. 2200 рублей. Поднос декоративный. А, слушайте, может сюда еще что-то, какая-то тарелка ставится? Что здесь, как понять поднос? В общем, я не знаю. Вот это симпатичная керамика. Такое дерево. Стоит 1800. Огромная корзина. Я не знаю, сколько сюда фруктов или чего поместится. Тут, по-моему, с 10 банановых этих можно набрать. Бананов. Огромная. Так, тоже Индия. 1900. И подносы. Подносы, кстати, хорошенькие. Смотрите, вот такая пиццу, например, можно положить. Может, не для этого это, конечно. Но все равно классный подносик. Цену смотреть страшно. Потому что обычно такое классное стоит. Тоже классно. 1800. Ой, а вот такой не видела. Тут уже идет подложка. Вот МДФ или что там. И
Боковушка уже металл. Тоже красивая. Так, посмотрела, посмотрела, покрутила. 1099. Здесь просто качком можно встать. Вот это все попереворачивать. Аж устала. 329 рублей. Вот такой деревянный подсвечник. Окрашенный. Кстати, на новогодние игрушки, на всю эту новогоднюю тему тоже скидки. Там, по-моему, минус 50 и больше процентов. Я уже это все не буду показывать. Это так вам говорю, чтобы вы знали. Если что. Все, друзья, с декором все. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь. Я с вами прощаюсь. Пока-пока.